доброй. Бритвки собираю. То есть, благодаря комментариям на Ютубе, пускай их там всего 3 или 4 по этому поводу, я спрашивал, что делать, как быть. И поэтому теперь даже не задумываюсь, собираю в оправы. По поводу рисунков хочу сказать, что вот сейчас просто стою, смотрю на бритву. Давайте вот так вот возьмем. Вот. Я, конечно, так понял, многим рисунки не понравились. Но посмотрите вот на эту и посмотрите на ту. Пусто как-то, да? Скучно. Ну, наверное, только мне кажется, конечно. Или, к примеру, вот так же давайте вот сравним. Сейчас резкость выловим. Вот. Может, видео не передает, конечно. Ну вот, да. Пустой клинок. Холодный. Здорово. Тут какой-то присутствует, какой-то... Не знаю, какое слово подобрать, чтобы очень правильное было. Хотя, просто, видимо, мне понравилось потому, что это я делаю руками своими. Не лазеры, ничего. Просто беру бормашину и бором вручную рисую. Может, поэтому корявенько получается, в принципе-то. Не то, что корявенько, но не идеально, опять же. И вот оправки такие вот будут. Все будут из древесины. Практически все из разных пород. Но по одному шаблону. То есть одна и та же оправа для всех бритв. Я их пока еще не расформировал между собой. Это вот та полосатая фигня. Я сегодня прямо обязательно позвоню и спрошу, что это за древесина. А то взять-то взял, а спросить не спросил. Это вот граб мореный. Вообще полностью черный. Это венге. Полосатые, черный с бежевым. Точнее, черный с темным бежевым. В общем, изготавливаю из того, что есть под руками, что есть у меня в наличии. Иначе я сейчас что-то купить еще и чем-то вас удивить, порадовать не смогу. Средства не позволяют. И вот зерикот. Алюминиевое дерево можно назвать. Реально как алюминий обрабатывается, прям вот сравнить больше не с чем таким еще. Тоже зерикот. Вот так. В принципе-то все подготовлено уже, и я сейчас начну подгонять к клине. То есть от клини это вот сюда в заднюю часть распорку такую клинообразную, которая будет регулировать ход лезвия, насколько она будет входить. Насколько глубоко. Вот как-то так. Ну что ж. Все. Перекур закончен. Погнали. Так, пока тут оправа у меня в состоянии сборки. Решил еще придать индивидуальность, которая мне вчера пришла на ум. Глубокой ночью. Проснулся. Вижу. Думаю, только бы не заспать. Нет, утром встаю. Все в памяти. Вот так вот один клиночек сделал. Как надо, линия хамон называется. То есть тут все так же. Вот. Хотел еще, в принципе, весь клинок сделать таким, а лезвие остальное, вот это вот все, вся вогнута, то есть была бы вот такой, как сейчас есть. Но подумал, что он будет смотреться как-то ритуально, я бы так сказал. Поэтому не стал. Так, что у меня еще? Пользуясь перерывом, сделал вот такой вот натяп-ляп, но ровный все же куб. Там будет патрон с лампочкой.
на 220, а сверху будет стекло. Это мне для того, чтобы рисовать рисунки. То есть, как бы, чтобы... Допустим, я беру рисунок и к нему свои добавляю там всякие допы. Но вот этот основной рисунок нужно рисовать, переводить на лезвие. И вот, чтобы было видно, где я привожу и куда я привожу. Подсветка, чтобы была снизу, и вот как бы так. Да. Что ж, ладно. Пора право собирать. Сейчас их время. В общем, дело идет. Вот две штучки собрал так, по черновому. И на это у меня ушло часа, округленно полтора часа. И тут я вспомнил те самые свои клинья, которые там у меня на сайте висят, из углерода, которые 10 восьмых. Я их также долго и мучительно собирал. То есть то, что вот 2 миллиметра и 3 миллиметра, это уже чувствуется крепко. Причем такую массу надо сделать идеально ровно. То есть все угадать, все. Много нюансов, много. Но чувствую я сегодня хорошо, если соберу все бритвы вот так, в такое вот состояние. А то и это даже не факт. Прям вот реально, вот клини, прямо те вот 10 восьмых перед глазами стоят. Как я с ними тоже намучился. Ну ладно. Перекур не для того, чтобы жаловаться. Погнали. Ну вот, закончился сегодня день. И работы практически все сделал, которые рассчитывал на сегодня. А это уже очень-очень хорошо. То есть я рассчитывал сегодня сделать все полностью, кроме заточки. Но я не успеваю. И чувствую, сейчас не надо делать, чтобы я не накосячил. Это нужно полирнуть клинышки, чтобы они были полированные, как и все остальные вот оправы. И полирнуть клепки. Все в остальном готово. Вот что получилось. Естественно, в непротертом состоянии. Прямо вот сразу же сейчас решил завязать с работами, пока каким-то там делов не натворил. Вот такие вот красавицы. Да, они не будут в итоге там 36 тысяч, как клины, которые там на сайте висят. Да они, в принципе, по 36 тысяч. Для всех, да не для всех, вот как бы вот так вот. То есть постоянно заказчики, естественно, по другой цене их рассматривают. В общем, вот как-то так. Залапано, конечно, все тут. Это я как в руке показать. Такие приличные, увесистые, серьезные вещи. Так, это клинышек. Который я сегодня опять пытался укусить, но нет. Знаем, как вы сплавали. Клинышек тут, естественно, будет подороже. Но что делать? Слишком много работ с ним. Дальше, если так по ступеням идти, то 1/2 идет по стоимости, уже ниже клина. И 1/4 еще ниже по стоимости. То есть, я сейчас не могу сказать стоимость, потому что я не считал. А так, лала гонять, я как бы не привык. Уж если говорю, так уж и говорю вот четко, стопудово. Вот так вот. Линия хамон. Может, я неправильно называю хамон, не хамон.
Нехоть Тутанхамон, главное, чтобы было необыкновенно и правильно. А остальное... остальное не важно. Все должно быть четко, правильно. То есть правильная сталь, правильная термообработка, правильные формы. Ну, вообще все должно быть правильно. Тогда будет то, что нужно. И, естественно, индивидуальность. Потому что я не хочу даже быть издалека похожим на те изделия, которые штампуются там как-то... сериями гоняют. Мне это не нужно. Мне нужно, чтобы было не так, как у них. А это, в принципе, главная цель. Это именно вот интересно. Все. Покажу вам в следующий раз, наверное, что там будет, что не будет. Как говорится, вроде все идет хорошо, все должно. И в итоге получится хорошо. Все, спасибо за внимание. До свидания.